Добрый день, друзья! Сегодня я вам хочу рассказать о средстве BCF премиум рассады. Точно так же я взяла его для рассады. Бутылочка, кстати, не маленькая. Бутылочка у нас емкостью 1 литр. Значит, является это комплексное органическое удобрение экологически чистым продуктом. Почему является он экологически чистым продуктом? Из-за того, что в его составе находится кроличий навоз и... Сейчас, секундочку... Ой, блин. Кроличий навоз, обогащенный гуминовыми кислотами. Вот. Вот всю информацию вы можете здесь увидеть. И что мне понравилось, это то, что его можно использовать для корневой подкормки, для замачивания семян и внекорневой подкормки. То есть опрыскивание рассады. Вот. Производитель получается город Пермь. Класс опасности 4, то есть мало опасен. Вот. Значит, что хорошо, что в нем можно замачивать лук, чеснок, луковицы, тюльпанов, ну, цветы получается. Вот, он способствует обеззараживанию и точно так же как бы усиливает прорастание семян и луковиц, как бы для всхожести. Вот такой вот чистый продукт я хочу попробовать на чесноке и проверить, как хорошо у нас повлияет на чеснок, как быстро он прорастет. Ну и точно так же можно попробовать с луком и вообще со всем остальным. Так что, если вам интересно, еще хотела, что поделиться, что хорошо с ним делиться, его можно хорошо брать на дачу, вывозить и подкармливать рассаду капусты, допустим, и всего такого. То есть, даже цветы вот у нас сейчас вышли, которые многолетники там, да что, можно даже просто им подкормить. И нужно-то всего несколько колпачков, как вот вы видите, 2-3 колпачка на 5 литров воды под корневую подкормку. Это очень замечательно. И у него срок годности получается 2 года. То есть вообще замечательное средство. Так что вот, подписывайтесь на мой канал, наблюдайте и покупайте такой же препарат. БСФ премиум рассады. Ну, а кому интересно, подписывайтесь и смотрите. Все, всего хорошего, до новых встреч, пока!